48 спортсменов из 9 регионов страны приняли участие во всероссийском турнире по боксу класса А памяти заслуженного тренера Украины Педро Саус Бенедикта. Соревнование проходило в Крыму. Участие в них также приняли и двое представителей из Ненецкого округа. Впервые соревнования проводились в Крыму как в субъекте Российской Федерации. Спортсменам из Ненецкого округа противостояли серьезные соперники. Хотя одержать победу не удалось, наши ребята получили бесценный опыт, который, несомненно, пригодится им в боксерской карьере. Наших ребят видели в Питере на представителей Крыма и сказали, что с такой подготовкой можно участвовать в таких соревнованиях, и пригласили заодно нас в Питере. Мы с удовольствием, потому что как бы два региона, 82-й у них, у нас 83-й, плюс как бы Северный форпост, да, Южный форпост. Приятно было познакомиться с коллективом, с Федерацией бокса Крыма. Наши боксеры регулярно выезжают на сборы в другие регионы страны, такие как Кабардино-Балкария и Краснодарский край. В будущем планируется проводить постоянные сборы и в Крыму. Особенности его местности и климата очень подходят для адаптационного и восстановительного периода боксеров. На турнире достигнуты дружеские отношения между боксерской федерацией Ненецкого округа и Крыма. Следующий год для нашей страны станет особенным – 70-летие победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю в регионе организуют международные соревнования. Пригласить наших вновь членов Федерации Общероссийской Республики Крым сюда, в Ненецкий автономный округ. В следующем году мы планируем организовать крупный турнир по боксу международный, в котором приняли бы участие вновь состоявшиеся боксеры России от Республики Крым. Также планируется, что на соревнования в округ приедут спортсмены из Норвегии и Вьетнама. Он пройдет в апреле-мае 2015 года. Сергей Журавлев, Алина Выучейская, Александр Дуркин, телеканал «Север».